Всем привет, садоводам, огородникам. Сегодня хочу рассказать про свою пеларгонию герань. Вот в начале февраля я ее обрезала вот с этого маточного кустика, производила санитарную обрезку, так сказать. И вот два черенка воткнула. И вот они у меня уже прижились, вот укоренились. И вот уже они у меня, смотрите, в каком... Какие красивые цветочки цветут, и вот бутончиков сколько. Единственное, знаете, что хочу рассказать, во что я их укореняла. Я взяла простую перепревшую сухую коровью лепешку, насыпала в горшок и просто воткнула. Единственное, что надо всегда поддерживать, чтобы грунт был всегда мокрый, и тогда быстренько черенки укореняются. Вот, и еще что мое из моих наблюдений, из моего опыта. Вот у меня всегда такая пеларгония герань в шикарном состоянии, и листики, и цветет. Я беру гумат калия, вот, литр воды, вот эту крышечку наливаем мы гумата калия, разводим в литре воды, и обязательно раз в неделю надо поливать эту герань, пеларгонию, и она всегда будет у вас вот в таком прекрасном состоянии. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Это из личного наблюдения, опыта. Вот гумат калия. Поливайте обязательно раз в неделю свою герань, пеларгонию. У вас вот такие будут всегда прекрасные кустики. Это два черенка у меня с этого маточного кустика. Я его всегда обрезаю, и вот у меня всегда такие прекрасные цветочки. Так что пользуйтесь гуматом калия обязательно. Он очень полезен. Вот до такого состояния его разводите и поливаем.